Привет, шкодоводы! Наконец-то я выбрался из тайги, и при содействии нашего внештатного корреспондента Медведя у нас новый выпуск новостей со Шкода Полей. Вы спросите меня, что это за автомобиль? А это новая версия Шкода Фелиция. Кто не помнит, что это за машина, сейчас напомним. По заверению некоторых источников, эта модель заменит обе родственные модели, такие как Rapid Liftback и Rapid Spaceback. Ну, Spaceback мы так, знаете, не знали, но вот если Rapid Liftback исчезнет, я думаю, очень много людей расстроится. Пока что эта информация не проверена, но если это произойдет, поминки по Рапиду будет отправлять в нашей группе. Приглашаю всех, но пока еще рано. Данный автомобиль тестировался на Нюрбургринге, там его засняли фотошпионы. Ну, что сказать по данной машине. Она будет габаритнее, чем Рапид, и по кузову она будет убийцей Kia Ceed GT. Почему я так говорю? Потому что после моего обзора по новому Сиду мне начали писать, что он качественнее, что он только прыгает чуть-чуть в багажнике, у Шкоды только багажник. И после выхода Сида СВ ГТ, типа, все, Шкода загнется. Но вот, ребята, он супер удар. А в чем еще фишка? Мало того, что у Фелиции будет такой вот кузов с большим багажником, покруче, чем у СВ Сида, но еще и будет РС-версия заряженного хэтчбека. По своим размерам будет габаритнее, чем Rapid, но меньше, чем Octavia. И вот заряженная версия, как говорит, нагрузил картошки и на всех парах домой с мешками. По двигателям пока говорить рано, так же, как и по внешнему виду. Но, скажу чисто свое мнение, мне такой автомобиль гораздо симпатичнее будет, чем SV от Kia. Далее. Шкода нас дальше радует новинками. Только недавно мы смотрели, как по Нюрбургрингу гонял Кодиак RS, который будет снабжен новым двигателем, битурбодизелем. Теперь нас радует Кодиак GT. Информация по нему была уже давно, но я решил, что это просто прикол, и просто в Китае кто-то себе сделал одну машинку. Но вот теперь этот аппарат засняли на стоянке. Как видите, у него покатая крыша. Сказали, что будет одно и то же шасси, что и у Кодиака, те же моторы. Но этот аппарат будет чуть-чуть меньше. А что у нас, товарищи, главный враг спортивного автомобиля по физике? Это его вес. Раз автомобиль будет меньше, значит, он будет легче, и теоретически он может быть быстрее. Но уже пропадает себе местная версия, потому что, как видите, с таким покатым багажником уже там людям будет не очень удобно. Как видите, вот на картинке чуть дальше закамуфлирован стоит RS-ка стоит. И что по ним всем видно, у RS-ки вот этот антикрыло поменьше, а вот у GT, я думаю, будет очень плохая задняя обзорность. Фары, как видите, обклеены пленкой, это все, это сейчас увеличу, тут все видно. Пленочка поэтому по фарам. Еще рано говорить, что будет, но однозначно видно, что оптика будет иная. На данной картинке вот видно, что уже у RS-ки вот такие ходовые огни, а у GT уже совершенно другие фары. Да, вот это закомфортировано, это RS-ка. Ну, покатая крыша, что делают? Она меняет силуэт автомобиля, но и уменьшает пространство над головой для задних пассажиров. А когда я смотрел Кодиак, мне моя дочка сразу сказала: папа, ты видел, какие тут высокие потолки? А вот про GT уже так не скажешь. Ну, на любителя. В Китае Кодиак GT бензиновым двигателем 220 сил имеется. В Европе ассортимент мотора будет, наверное, больше. К такому кузову напрашивается мотор помощнее. Ну, у RS-ки будет 2 литра битурбо, 239 сил, 500 ньютон-метров. Это хорошо. У версии GT пока неизвестно, что будет. Но будем подождать и увидим все сами. А так, кому было интересно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До свидания.